Привет! Газета РВС решила ввести новую рубрику в социальных сетях, которая будет называться «Видеоопрос». Тема сегодняшнего опроса будут суеверия в день пятница 13-е. Как вы относитесь к этому дню? Считаете его несчастливым или же самым обычным? Как вы относитесь к пятнице 13-му, к этим суевериям? Верите в это или нет? Суеверия нет. Ну, хотя бывают такие приметы, которые можно поверить. Ну, когда кошка дорогу перейдет, не поверю. А пятница 13-е. То есть несчастливым днем не считаете? Нет, наоборот. Счастливым. Наоборот. Пошли сегодня прогуляться, солнце светит. Так. Как вообще? Спокойно гуляем, веселимся, нам ничего, не верим, скорее всего. И ну, никогда не происходило каких-нибудь таких неприятных ситуаций? Только кошка черная дорога перебегала, и все. Сегодня пятница 13-е? Да. Как вы относитесь к этому? Суеверны или нет? Верите, что в этот день происходят какие-то там несчастные случаи или какие-то неприятные события? Я верю, но я боюсь. Боитесь чего? Ну, вдруг меня сегодня убьют. Ну, такое бывает, это возможно, никто не защищен от этого. А вы? Ну, я тоже верю. Сегодня как катание на самокатах не идет. Не идет сегодня, да? Обычно хорошо идет? Обычно, да. Обычно очень. Никогда не падали, а сейчас... Не покалечили? Нет, да не, мы же профессионалы. А как вы относитесь к дню пятница 13-е? Жди новых вопросов и будь готов. Может быть, в следующий раз мы обратимся именно к тебе.